Книга притчей Соломоновых. Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя, так как ты попался в руки ближнего твоего. Пойди, поди к ногам и умоляй ближнего твоего. Не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим. Спасайся, как серна из руки, и как птица из руки птицелова. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Или пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива, какую почтенную работу она производит. Ее труды употребляют во здравие и цари, и простолюдины. Любима же она всеми и славна, хотя силою она слаба, но мудростью почтена. Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Если же будешь не ленив, то как источник придет жатва твоя, скудость же далеко убежит от тебя. Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими. Коварство в сердце его, он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит без исцеления. Вот шесть, что ненавидит Господь. Даже семь, что мерзость душе его. Глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей.